Серпуховичи успешно выступили на всероссийских соревнованиях по подводному спорту. Более 200 участников приехали на турнир в Смоленск. Воспитанники спортивной школы «Звезда» завоевали 14 медалей. Львиная доля наград на счету Никиты Кулева. Он выиграл 2 золота и 3 серебра. Немалый вклад наши спортсмены внесли в победу Московской области в эстафете. Сборная Подмосковья завоевала кубок за победу в общекомандном зачете.